Друзья, всем огромный привет! Я думаю, многие сталкивались с таким вопросом, можно ли спаять полипропиленовую трубу с ПМД-трубой. Сегодня хочу проэкспериментировать, попробовать два способа, показать, опрессовать и все проверить, насколько это реально. Если вам интересно, давайте досмотрим ролик до конца. Ну, я буду начинать. Для начала мы с вами возьмем комбинированную муфту и спаяем ее с полипропиленовой трубой. Трубочки плохие. А с другой стороны припаяем вот такую соединительную муфту. Все это на 20 диаметра. Ну, вроде вот так вот получилось. Паяльник у нас стоит на 230. И попробуем сейчас спаять, как обычный полипропилен. Сам не знаю результат. По итогу пришлось вот так вот еще раз прогреть и пассатижами прожать. Это будет вернее. Возьмем немножко льна. Я никого не учу, как упаковывать. Я просто делаю, чтобы нам проверить наше соединение. У меня нету ни уплотнительной пасты. По-хорошему ее нужно. Ну и так будет нас держать. У нас самый простой прессовщик, самый дешманский. Вот сейчас будем пробовать. Вот смотрите, у нас бары красные, уже 5. Так вот, 15. Сейчас она немножко где-то подтравливает. Ну вот 15 пока держит бар. То есть давление такое в доме ни у кого, конечно, не будет. Но мы сейчас счетчик опрессуем. Боюсь. 25-ку. Сейчас допрессуем. Вот она. 25 бар. Кран закрываем. И пробуем сейчас с вами, чтобы было видно, что это под давлением у нас все. То есть, как видите, никакой протечки нигде ничего нет. Все сухенько, все четко. Я думаю, это шикардос. Так, смотрим, что под давлением у нас все. Сейчас ее напополам разрежем. То есть, на удивление, смотрите, она просто отщелкнулась. Она не паяется. Вот видите, да? То есть, это ненадежно. Она в любом случае пошевельнется, где-то ее разорвет. Но, как видели, давление она выдерживает. Так что, вот, прям вам наглядно. Я не говорю никому, что это нужно делать, я просто вот показал, как она есть по факту. То есть она не впаивается, она за счет силы, как называется, силы трения, наверное, что плотненько у нас под нагревом все это встало, и за счет этого держалась. А при малейшем, вот я разрезал, при малейшем давлении оно разломилось. Ну а следующий у нас подходит вот такой вот фитинг для ПНД трубы. Соединительная муфта. Я прям вот сюда же уже не буду разбирать, здесь у нас держит. Собираем. Вот так. Конечно, надо было там немножко подрезать, чтобы не испортить резинку. Трубу опять я подготовил, запаял край. Сейчас мы с вами оденем ее. То есть, по-хорошему, должна быть завальцовочка вот такая вот. Ну, это я немножко ножиком грубо так сделал, чтобы мне не повредить резинку. Вот так, от руки прям затянул. Кран открыт. Давайте опрессовывать.
где-то травится. Этот у нас. Ну вот, больше 25 сейчас. Краник закрываем. Все, как бы, здесь уже не смотрите, здесь уже закрыто. У нас где-то просто подтравливает немножко. Нам самое главное, вот это соединение. Оно полностью сухое. Здесь, оказывается, заклеивать вот так вот трубу. И держит 25, ну, 25, да, бар держит. 2,5 мегапаскаля. То есть все у нас сухенько, надежно, между прочим, не слетит. Вот такое вот соединение будет гораздо лучше держаться, чем нежели у нас наша полипропиленовая труба с пайкой, с ПНДшкой. Держать времени больше, я думаю, смысла нету. Течи нигде нет. То есть 25 бар держит смело. Попадался мне еще в интернете способ, что прям в стык вот так вот паяют при помощи паяльника. Давайте попробуем. Так, наш паяльничек нагрелся. Теперь давайте попробуем. Прижмем с одной стороны и с другой стороны. Прямо на чуть-чуть подержим. Ну, я думаю, этого будет достаточно. И вот так вот прижмем. Ну, немножко кривовато. Но нам наш эксперимент этому не помешает. Так, у нас все открыто. Попробуем опрессовывать. Слушайте, ну, на удивление пока держит. 25. Вот она, 25. Краник закрываем. Вот так вот. Смотрите-ка, держит сухо. Это я в воде состужал. А так, смотрите, давление держит. Так, что она будет на излом? Слушайте, на излом держит. Блин, я даже не ожидал. Ну, сломать можно. То есть, тоже не очень-то надежно. Но, тем не менее, мы с вами попробовали, проверили, что в таком положении держит. Я, конечно, ну так, если на огороде это на даче сделать для полива, может быть, и пойдет, но не больше. То есть, на самое четкое соединение, это вот, которое точно не слетит, и оно хорошо зажимается, даже, смотрите, на полипропиленовой трубе, какие остаются следы. То есть она хорошо за счет этого и затягивается. Вот она, смотрите. Такие вот завальцовки получаются. И она никуда не съедет, ее никогда не вырвет. Это уже 100% проверено. Друзья, у нас с вами получился вот такой вот выпуск. Я надеюсь, он был полезен. Я показал, как есть, и я ничего не преувеличил. Показал, как вам реально работают вот три соединения, которые фигурируют в интернете. Я просто взял и проверил, и показал вам. Если вам понравился данный выпуск, обязательно палец вверх, пишите ваше мнение. Давайте встретимся в комментариях. Вот, вам же всем крепкого-крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.